снова встретился с московскими зрителями коллектив театра имени Моссовета, возвратившийся из-за границы. Своими впечатлениями о поездке поделилась народная артистка СССР Вера Петровна Морецкая. Мы сейчас были в Болгарии и Румынии. Мы видели столько замечательных людей. Мы видели прямо своими глазами, понимаете, как эти страны растут, расцветают, поднимаются. И это дает такое настроение. Так вот чувствуешь дружбу народов. Это великое дело. И вот сейчас, вот в 54-м году, мне очень хочется сыграть роль звонкую, жизнерадостную, смелую. И я надеюсь, что мои друзья-драматурги напишут, наконец, такую женскую роль, которая была бы достойна нашей замечательной советской женщины. Верно, товарищи?